Знаю, как это всех задолбало, но для того, чтобы не пропускать новые ролики, нажми на колокольчик. Полную запись стрима вы можете найти на моем втором канале. Так получилось, что сегодня будет не совсем обычный ролик, а все дело вот этой карте и в ее создателе. Опять мой подписчик решил порадовать меня и сделал специально для меня не совсем обычную карту. На этой карте нам не надо бояться офицеров, не надо следовать расписанию дня. И вообще на этой карте мы почти одни. Единственная цель — это сбежать, и тут уже возникают небольшие трудности. А именно, ничего, кроме столовых приборов, у нас нет. И ломать стенку, и делать подкоп не придется с помощью ложек и вилок. Главное, не остаться в этом помещении после отбоя, то здесь фиолетовый ключик появится. И будет плохо. Твою мать! Господи. Блин. Вот ты, наверное, сейчас хочешь спросить: Дима, зачем ты это мне показал? Да, ты лоханулся, но зачем это показывать? Просто если ты останешься замурованным в этом помещении, ты в нем проведешь с 7 часов вечера до 10 часов следующего дня. Я просто забочусь о вас. Конечно, на этой карте автор предусмотрел возможность крафтить предметы. У нас есть место, где мы можем прокачивать интеллект, и дальше мы уже откроем место, где сможем встретить заключенных. У них мы в свою очередь сможем взять задание и поднять бабла. Но мне как-то париться с заданиями совсем не хотелось. Давайте уже перейдем к прохождению карты. Как я уже сказал чуть раньше, мы можем использовать только столовые приборы. И этих приборов мне потребуется просто ну очень много. По задумке автора, нам придется сделать 4 подкопа по 4 блока. Думаю, человек, который хоть раз использовал ложку для подкопа, понимает, насколько это много. И из этого уже вытекает главная проблема этой карты. Чтобы пройти ее, надо потратить огромное, просто огромное количество времени. И, как я уже сказал на стриме... Тут в чате написал Миша, то, что это его карта, и... Зря ты пришел именно в этот момент, братан. Ой, зря. Ой, зря, потому что твоя карта какая-то просто нереально сложная, но все-таки это уже... Это уже такой квест для меня. Небольшое задание. Я поставил перед собой цель, во что бы это ни стало, сбежать с этой карты. И на самом деле лучше бы я забросил ее. Потому что полное прохождение у меня заняло 24 дня. Это самый большой срок нахождения в тюрьме. Но отдельного внимания заслуживает именно конец этой карты. 6 заборчиков и 3 под напряжением. Генератор находится очень далеко на другом конце крыши, и ломать этот заборчик можешь только с помощью грёбаных ножей. Это просто одна из самых сложных карт в The Escapes, которые мне приходилось проходить. Я даже боюсь бросать вызов своим подписчикам, потому что это реально ад. Это скучно, это долго, это просто невыносимо. Но если кто-то решит побить мой рекорд, он, кстати, равняется 5000, да, это очень мало, то, пожалуйста, проходите эту карту, ссылка на карту есть в нашей группе ВКонтакте, и кидайте свои итоги туда же, под постом с картой. Если кто-то побьет мой рекорд, то я реально этого чувака зауважаю, причем так очень сильно. На этом я буду заканчивать. Все-таки и так у меня ушло просто офигеть как много времени на прохождение этой карты. Все ссылки есть в описании. Удачи вам и до новых встреч на моем канале. Всем пока.